Внимание! Вы туда, смотри. Внимание! Марш! Есть вспышка? Отсюда! Видите, нет, боец плывет. А где вот к организаторам обратитесь тогда, не ко мне. К организаторам обратитесь, не ко мне. На тот берег.
забрать его. А? Борода, молодец, мы бы тебя болели. Не перемирись, Россия, матушки. И там матушки, я морщи. Молодец, мой дорогой. Шарапкин, не забывай. Идет, идет. Очки, очки, конечно. Город Муром. Давай, Ру. Давай, Ру, да Мария, как впечатление, как вода, холодно? Вода теплая, вода хорошая, в Енисее холоднее. А как у вас? У вас как в бассейне. На вас, наверное, главная такая большая ответственность, вы стартовали, да, сегодня? Открывали. Не было мангаж какого-то, я лично. Нет, хотелось просто попробовать, что за река. Первый раз. А в Волге первый раз? Первый раз. Ни разу до этого? До этого не было. А кроме Енисея и Волги теперь, где еще? Телецкое озеро. А еще? Где все? Вот. Скажите, в чем прелесть все-таки вот такого плавания? Наверное, кто-то с берега посмотрит и скажет, ну, совсем люди зубы рухают. Я тоже об этом думала. Вот стрим. Побороть себя, попробовать. То есть, да, вы еще у вас будет этап сегодня, нет? Или один только плывете? Я только первый этап плыву и последним заплыву. Куда еще? Все вместе. Город Ульяновск, родина Ленина! Павел Сибирь! Поехали композиции! Если отснимем сейчас что-нибудь. Ручка. Какая ручка? Где? Нет, у нас вот только одна ручка. С удовольствием нет. У ребят. Идет. Внимание, немножко скоро. Просто вот смотрите, вы. Ребята, проход. Оттуда. Чей он, Владимир Иванович? Молодец, красавчик, чемпион! Здорово, Волга, батюшка, спасибо тебе! Молодец! Давай. Да, классная, ребята! Вон он горячий! Горячий? Да. Вода горячая, и прям самый кайф пошел. Стало тепло, хорошо, и пришлось выходить. Нужно надо всем поплавать. Все захотят, правильно? Дядька Черномор! Самый сложный смогу. Маску снять на него самое сложное. Давай на коврик. На коврик. На коврик, Серега. Давайте его. Да, вещи мои, пакет, вы заберите, ребят. Что было самым сложным на дистанции? Первые 150 метров, знаете, это раз. И второй волна сейчас стала больше. Кролем плыть почти очень сложно кролем. Начинаешь кролем плыть, волна захлебаешься, захлебываешься получается. А потом приловчился, коньяк приловчился. И брасом иду,
И под воду, под воду, под воду. И пошел. Понравилось прям, еле вытащили меня. В воде было, наверное, минут 20, да? Засыкали? Нет, нет. Молодец, 20 минут, Серега, молодец. А на второй заход красавец. Конечно. Сейчас 5 минут Сергей, вперед. Сергей Быков, рекордсмен мира. Рекордсмен мира. Несколько. Несколько мировых рекордов у него. И у нас воде, ребята, города Барнаула. В ледяной воде, минус 30 градусов, я плаваю 1100 метров, 40 минут. То есть для вас сегодня это просто разминка? Ну, приятно, хорошо. Минус 30 градусов воздуха, вода, да. Вода около... Январь, прорубь, и 1100 метров, вот так вот. Пойду греться. Сейчас небось он зайдет. Оператора! Сумку отдай. Оператор, это оператор. Берега бы лучше было. Ладно.
Олег, может лучше озвучил он, чтобы, да? Да. Посмотрите, скажите, сколько газа? Температура воды 2,5 градуса. Немножко теплее, чем на улице. Температура воды 2,5. Ехали покорять Волгу, ожидали, что будет ближе к нулю. Оказывается, привезли на курорт. Довольны ли вы тем, как проходит заплыв, и если сравнить с заплывами на других реках, вот, как он на Волге? На Волге здорово, вода легкая. Есть, когда у нас были заплывы в других водоемах, бывало, что тяжелая вода, и ребята ее сложно держат. Здесь вода очень хорошая, легкая, во-первых, но самое главное, очень хорошая атмосфера, отличная организация, отношения местной власти, губернатора, министров, которые вместе нам помогают проводить мероприятия, проводить заплывы. Здесь, вы видите, они присутствуют на корабле, с нами вместе плывут. Один из них, министр внутренней политики, сам плавает уже второй год. Поэтому хорошее мероприятие. Есть ли риск для здоровья участников? Риск здоровья участников есть, если передержать человека в воде. Передержать. У нас все пловцы не додерживаются в воде. То есть 20-30 минут это нормально. 40 минут, час, выше того, это уже перебор, это уже рекорды мира. Вот Сергей Быков, который плыл, он сейчас вылез, он как раз один из рекордсменов мира, он до часа и более в воде в такой ледяной находится. Это рекорды мира, это опасно. Есть риск определенный. На Волге здесь проводится второй такой заплыв в таких условиях. Как вы считаете, есть ли надежда на то, что будут еще такие заплывы? Будем каждый год плавать, во-первых. И не только заплыв, а именно вот вдоль моста в честь открытия моста 3 года назад президентского. Ну и вообще мы планируем здесь сделать центр холодового плавания или европейской части России, или всей России. Посмотрим, как получится. У нас с Сергеем Ивановичем Морозовым хорошие отношения в этом плане. Мы 3 года назад об этом договаривались, что будем центр холодового плавания здесь делать. И сейчас, в принципе, организован местный клуб холодового плавания ульяновский. Ребята толковые, организованные, хорошую базу сделали. И я думаю, что в начале уже следующего года начнем здесь проводить регулярные мероприятия. Время вот находится вот в такой воде, температура которой 2,5 градуса. Ну, стресс происходит, организм усиленно выделяет тепло, и для того, чтобы плыть в такой воде, нужна серьезная подготовка. Тут же как марафонец побежит 42 километра, так же и здесь. То есть нужны подготовки. Сейчас у нас в Ульяновске создан центр при нашем Ульяновском государственном университете. 3 года мы существуем, и впервые вот здесь плывут наши ульяновские пловцы. Ульяновские моржи, или как мы называем, айсмены. То есть вот Паша Зимин буквально поплыл, он сегодня плыл около 20 минут практически на тренировке. Вот вы рассказывали про ближе ядро. Ближе. Вы рассказывали про ядро, расскажите про ядро. Что... Ну если человек подает в холодную воду, то у него всегда центр его, как называют ядро, поддерживает постоянную температуру, конечности мёрзнут. Вот у подготовленных пловцов они способны очень долго плыть. Конечности у них не замерзают. Те, которые у каждого существует свой диапазон подготовки. Вот вам говорили, что здесь пловцы были у нас, которые способны по часу плавать. Но это очень сложно и серьезно подготовка нужна. Вчера я их назвал себя космонавтами таких людей. Почему? Потому что это для меня было 3 года назад очень удивительно, как это так можно плыть. И вот сегодня мы сами уже подготовились за 3 года. Создан центр, вот, при поддержке Сергея Ивановича мы проводим вот это мероприятие. Для нас это очень важно. Почему? Потому что мы показываем, что
человек практически бескрайней возможности, и причем вот эти возможности реализуются без последствий для здоровья, то есть при хорошей подготовке. А учитывая то, что холодовое плавание носит прикладной характер, потому что очень много людей теряются, когда попадают в такие ситуации, поэтому с точки зрения безопасности, с точки зрения подготовки, мы сейчас работаем с МЧС, общаемся, я вот они, кстати, нам помогают под заплыв. Очень большое значение. А вот смотрите, много участников, да, 20 человек, и среди них нет молодых людей. Это от чего, почему? Это просто совпало так или все-таки... Почему? Первый этап Маши плывет. Конечно, этот вид спорта очень сложный, это нужно терпеть. У нас есть молодые люди, почему приходят, студенты занимаются, но для того, чтобы плавать вот на такой воде, нужна серьезная подготовка. То есть это 3-4-5 лет подготовки. Адаптация организма нужна, поэтому... Так, погодите, как там насчет лодки? Вот одежда, мой дорогой, как состояние? Вот это вот? Да, молодец. Что еще? Ай, ты ее. Ребята! Это тоже ваши? Куда, блядь, поехали? Один наоборот, один приходит. Как? Удобнее. Ну, куртку, чтобы не мочить это... воду. Как, мой дорогой? Или давай сразу туда там, мать. Отличная река. Вот, блядь, это... почему сетки не передали, блядь? Он командует, я человеком встречаю, понимаю. Володя, блядь! Я говорил, они не слушаются. Я что с ними воевать? Ну что, ну что с вами еще делать? Ну там нихуя тряска. Образование Ульяновской области, где участвовали сильнейшие спортсмены России по холодовому плаванию. Ура, за ура, здоровый ура. Образ жизни, закалку тренировки. Пошли вперед! Ульяновск вперед! Барнаул вперед!